Всем привет! У нас вечер 21 ноября и красивый снег. Я думаю, автоводители не очень рады этому. Сейчас снег как бы такой мокроватый, около нуля, но слой образуется на дороге такой, ну, льдышка чуть-чуть, ну так опасно ехать. Решили выйти погулять, снежком немножко вечером понасладиться. Так красиво, когда не холодно, когда снежок свеженький, а тогда всегда приятно. И белый, знаете, никогда, когда уже долго стояло, такой свеженький. Не, ну можно и так. О, о-хо-хо, черик побежал. Понеслась, понеслась. Через кусты, черик, ты чего? О-хо-хо-хо. Она снег любит как-то, она валялась. О, подожди. Черик. Там шумит море. Приятно. Что-то разносилось. А жила, да, Алин? То она была что-то приунывшая. Мы уже думали, что там уж съела что-то. Какая-то сонная была. Ну, нет. Знаете, какое я имя хотел второе ему дать? Не второе, а вообще. Мы говорим Черик. А я хотел Челик. Потому что его полное имя Человек. Челик. Но снега еще мало, да, тут. Он еще такой неустойчивый, чтобы, не знаю, насколько слышно на видео, там 1,5 километра моря, такой звук. Ну классно. Все, мы уходим в лесок. Темноту. А что это? Типа тюлень или что это? Сейчас, нет, вот снега мало. Не, вот так было, вот так мы спорте делаем, пока учительницы нет, вот так делаем. Вы так делаете, да? Да, там такая земля. Не тянется. Зай, хватит, давай, вставай. Такие твои штаны будут сейчас просто. Ребенок истосковался по снегу, готов валяться чуть ли не на земле. Ну, Зай, здесь нет, здесь уже земля. На. О, как GoPro не тянет. О, как видишь, что у тебя хорошо. Ну, это в темноте полностью. Ну, здесь. А у меня по нулям все почти. Где там фонари, там было хорошо видно. По черику? Красиво. А. Уже это пошел дождь? Нет, это снежок. Около нуля, но звук, вот мне очень нравится звук такого снега. Ой, как мне нравится. Давай. Так, мы перешли на другую камеру, которая светлее. О, как красиво идет снежок. Он такой почти мокрый снежок. Алин, сейчас надо идти за грибами. Откапывать, ну? Это экстрим из серии найдем или не найдем? Да, да. А в Риге тоже дождь? Дождь, снег или нет? Не знаю, везде шальное. Мне кажется, что у нас зимнее. Такая простая у нас вечерняя прогулочка. Крупный, не? Что? Крупный такой прям. Да, ну мне нравится, он такой. Это не дождь, видишь, это нет, такие, это как почти крупинки такие. А недавно в видео говорил, что такие даже короткие прогулочки, но они, конечно, помогают немножко переключиться, так расслабиться, поэтому на свежем воздухе, да, поэтому даже кажется, ну что там в этом такого, но даже там 10-20 минут выйти и то хорошо, да.
Черик, фас на маму. Фас на маму. Слушай, Алин, что-то она разбегалась, не? Алин, за все дни, наверное, пока она лежала, тут несколько дней лежала такая, ну такая не очень прыгучая, думали, что случилось. Она отбегивается сейчас, наверное. Снег любит, ну да, собаки любят снег. Да? Что, снеговика хочешь лепить? Ну потому что от около нуля минус один непонятно. Такой почти липучий. Хоть что-то, да. Кинуть в камеру. Нет, в камеру не надо. Камеры не надо. Подожди, я хочу тоже лепить. Был такой тренд одно время в мире, лет 10 назад. Планкинг назывался. Можно где-то лечь лицом вниз в разных местах, и потом фоткаться и выставлять фото, и многие прикалывались. Ну, например, вот так. Взрослый человек. Делали фотку, делали фотку, и вот такие прикольные получались. Так я тоже это сделаю. Собака в шоке. Ну вот такая у нас вечерняя прогулочка. Просто гулять, подышать воздухом, поделиться, какая погода у нас, может быть, какой позитивной ноткой.